Когда мы говорим с вами о бьютификации, уже от слова beauty, мы с вами понимаем, что это изменение. Изменение овала лица, изменение формы объема губ. Это волюметрическая коррекция. И, безусловно, в понятие бьютификации будут входить те тренды, которые мы сейчас активно видим в наших социальных сетях. То есть, когда к вам придет пациент на бьютификацию, он будет предъявлять просьбу сделать мне губы определенного размера, либо скорректировать и назвать любимое у нас такое понятие, как сделать мне углы Джоли, либо мужчина скажет сделать мне углы Брэда Питта. Соответственно, это такие понятия, с которыми у нас будет запрос от наших пациентов. И здесь мы говорим не о профилактике в плане омоложения кожи, здесь мы говорим именно о создании трендового лица, который будет просить наш пациент. Очень важно понимать, что когда мы с вами говорим о инволютивных изменениях, о процессах старения, само по себе старение, оно у нас начинается уже с 25 лет. И поэтому такое понятие, как «Ой, доктор, а мне 35, не рано ли мне делать инъекции?» Первое, мы с вами все стареем по-разному. Скорость возрастных изменений и именно еще и презентация их на своем лице, она у всех различная. То есть очень часто мы обращаем внимание на то, что приходит достаточно юная девушка возраста даже 23 лет, не говоря уже, мы даже берем рамку моложе, чем 25. И она у нас будет говорить о том, что у нее достаточно активная мимика, и у нее уже закладываются статические морщины, соответственно, в области межброви. Будем мы ей проводить ботулинотерапию или мы будем ждать 25 лет? Безусловно, будем. Если у нее уже сформировалась морщина, будем ли мы ей проводить процедуру заполнения морщин филлером? Безусловно, будем, потому что есть проблема, и мы должны ее уже начать корректировать независимо от возраста. Это как раз и будет включать в себя понятие бьютификации лица. Говоря о процессах старения. Итак, процессы старения у нас с вами протекают на всех уровнях, начиная от кожи, затрагивая подкожно-жировую клетчатку, мышечный слой, жировые пакеты и, безусловно, у нас с вами стареет еще и костные структуры. Поэтому мы должны понимать, что на каких уровнях мы с вами работаем. Мы с вами работаем на уровне кожи, на уровне подкожно-жировой клетчатки, либо создавая объемы, либо их перемещая. На уровне мышц, работая ботулинотерапией, и мы с вами можем работать, давая дополнительные объемы. Но мы с вами не работаем на уровне скелета, поэтому возрастные изменения, которые у нас с вами генетически детерминированы, которые будут происходить на уровне скелета, а это изменение размера орбиты, это изменение положения угла нижней челюсти. Мы с вами знаем, что с возрастом у нас угол нижней челюсти вместо он становится более тупым, нежели был до этого. Соответственно, раскрываясь сильнее, мы понимаем, что лицо изначально становится с возрастом более круглым, не выражены четко углы нижней челюсти, и, соответственно, это то, что нам нужно будет с вами скорректировать. Поэтому мы работаем на вышележащих слоях, подстраиваясь под те костные изменения, которые у нас с вами происходят.